Доброе утро! Сегодня пятница, и у нас традиционные танцы. Не простые танцы, а тикток-танцы. Значит, современные, значит, динамичные и, значит, вместе со Златой Корчагиной. Доброе утро! Ты опять? Я передаю Злате слово. Давайте вместе просыпаться, бодриться и танцевать вместе со Златой. Итак, давайте по нашей традиции посмотрим сначала видео. Надеюсь, вам понравилось видео, потому что танец динамичный, энергичный, заставит вас взбодриться и улыбнуться этим утром. Давайте начинать. Первое движение. Мы с вами стоим ровно, спинка прямая. Ручки собираем в кулачки и поочередно ставим их на бедра. Сначала одну руку, затем вторую. И раз, два. Отлично. Одновременно с этим мы делаем движение ногами. Смотрите, переносим вес тела на одну ногу и поднимаем пятку. Вот так. Теперь переносим все это на другую сторону. И раз, и два. Давайте еще раз попробуем. Раз, два, три, четыре. Делаем так всего лишь два раза. Давайте попробуем вместе с руками. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два. Отлично. Теперь мы с вами делаем шаг в сторону, большой шаг, и делаем волну корпусом сверху вниз. Раз, два, три, четыре. Можете ручки опустить вниз, а можете поставить перед собой. Здесь выбирайте, как вам удобнее. Итак, давайте с самого начала. Семь, восемь. Раз, два, три и четыре. Отлично. Теперь соединяем ножки вместе. Ручкой мы делаем четыре больших удара. И раз, два, три, четыре. Добавляем также амплитуду при помощи грудной клетки. Вот так. Раз, два, три и четыре. Но если бы мы с вами просто стояли и делали движение руками, было бы совсем неинтересно. Поэтому добавляем ноги. Делаем небольшой бамс. Получается, приседаем, да, немножечко вот так вот опускаемся. И делаем вот такое забавное движение коленями. Получается, разводим их в разные стороны. И раз, два, три, четыре. Можете делать совсем немножечко. Все равно будет смотреться очень интересно. Давайте попробуем все вместе, вот с ударами. Семь, восемь. Раз, два, три и четыре. Отлично. Давайте повторим с самого начала. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три и четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Во время этого движения можете еще поставить вторую руку на пояс, чтобы она вам не мешала. Следующее движение. Мы встаем прямо, ноги ставим широко. Итак, вытягиваем перед собой ручку, вот так вот, на диагонали. И сгибаем ее прямо к себе. Раз, два. Обращаю ваше внимание на то, что пальчики у нас смотрят в разные стороны, ладони прямые. Семь, восемь. Раз, два. И в другую сторону. Три, четыре. Семь, восемь. Раз и два. Отлично, теперь мы с вами немножечко приседаем и делаем большой кружочек головой. Три, четыре, вот такой вот. Немножечко с вами разомнемся с утра пораньше, чтобы быть бодрыми. Итак, семь, восемь, раз и два. Ну и последнее завершающее движение. Мы с вами берем наши ручки, делаем крест перед собой и разводим их в сторону. Делаем также движение корпусом. И раз, и два, и три, и четыре. Можете сделать два раза, можете четыре, можете хоть до конца музыки делать это движение, если оно вам очень нравится. В принципе, оно очень такое веселое и ненавязчивое. Его может повторить абсолютно каждый. Итак, давайте повторим все с самого начала. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вы большие молодцы, ребят, вы выучили еще один тикток. Итак, давайте все станцуем под музыку. Пять, шесть, семь, восемь. Немножко поимпровизируем, да, чтобы улыбнуться. Ребята, большие молодцы.
танцы, улыбайтесь и танцуйте почаще. Всего вам хорошего, хорошей пятницы. Всем пока-пока!